Виктор Добронравов родился в Таганроге. Отец Виктора, актер Федор Добронравов, с 2003 года актер театра «Сатиры». Младший брат, актер Иван Добронравов, после школы поступил в театральное училище имени Щукина, которое окончил в 2004 году. Курс Е. В. Князева. В том же году Виктор был принят в труппу театра им. ЕВГ Вахтангова. Виктор Добронравов играл главную роль в детском мюзикле «Класс центра» Сергея Казарновского «Иники Беники». Также играет в театральном центре «На Страстном». В 2009 году стал победителем телекастинга «Найди чудовище» и получил главную мужскую роль в мюзикле «Красавица и чудовище». Озвучивал персонажей Call of Duty, Гаса, М.В., Сэндмана, М.В. 3, Салливана, World at War. Сейчас актер играет в театре Вахтангова и театре Антона Чехова. Известные роли в фильмах «Шекспиру не снилось», 2004, 2005 год, Г. Чемпион, 2008, 2009 год, Г. Сваты, 4 сезон, сыграл роль с отцом Федором и братом Иваном. 2010-2011 год, Г. Интерны, 2011 год, Зеркала, 2013 год, Обними меня, 2014 год.